Кинокомпания 20-й век Fox совместно с компанией 21 век. Итого 20 плюс 21 это 41. И к Новому году это не имеет никакого значения, но все равно представляет новогодний блокбастер «Космические спасатели» с Грушевского 3 или «Пятый кирпич». Где-то в далекой галактике на планете Земля. Какой большой и красивый дом. Это большой дом в центре Троещины в 350 этажей. Его построила компания 21 век. Как высоко, третий час на лифте едем. В шикарном ледовом клубе «Пионер» компания 21 век решила отметить свою звездную вечеринку. И чувствую я, помешать им хотят. И вы, как рыцари-джедаи, должны противодействовать незаконному вторжению на эту вечеринку. А то квартир нам не видать. Как своих лазерных мечей. Да. У нас имеется пленка, на которой конкуренты разрабатывают план срыва новогоднего праздника компании 21 век. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Ну, а дальше вы знаете. Ну что, красавцы, я думаю, вам все ясно. Нам нужно сорвать вечеринку компании 21 век. Согласен. Я направляю на Ледовый дворец армию роботов-долбежников, и они захватывают его снаружи. Ваша задача — пробраться туда изнутри. Праздник сорван, цены на недвижимость падают, и мы скупаем весь Киев за копейки. Это гениально, шеф! Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Глубоко. Вам нужно будет отбить атаку роботов-долбежников. Возьмете в руки светящиеся палочки и будете их колотить. Не забывайте, от вас зависит будущее Киева. Слушаемся, мастер третьего разряда. Идем отсюда. Три девицы под окном пряли поздно вечерком, а ты, моя дорогая, будешь защищать праздник изнутри. Задание тяжелое. Одна просьба. Прежде чем я пойду туда, можно? Проси, что хочешь, защитник инвестиций. Квартиру мне одну. 5 окон выходят на Днепр. Ну, и вот такая планировка. Нехило. Считай, договорились. К 18.00 гости слетались в ледовый клуб «Пионер». С Новым годом, друзья! Боже мой, Брюс Уиллис приехал поздравить компанию 21 век. Тебе здесь нравится? Безумно. Вау! Так, запускаем Руслану. На сцену! Quickly! Сейчас начинаем. Ну что? Сорвем им вечеринку и скупим весь Киев! Ура! Ребята, так, тырим салют, быстренько, уходим, уходим. Стырили салют. За 21 век! Получи! За сотрудника! У нас непредвиденная ситуация, вызывайте долбежников. За Новый год! За офис на Грушевского! Привет от Деда Мороза! Ой! Мы, роботы-долбежники, атакуем... За компанию 21 век! Рубили! По-моему, мы в полном пролете. Мы проигрываем эту битву. Придется их переквалифицировать в роботов-строителей. Вот будет классно. Да, прикольно. За стабильность на рынке недвижимости. Ой. Сдаемся. Теперь вы бесплатно будете работать на стройках Киева.
Вообще-то я каменщик пятого разряда. От Снегурочки? Ой, вот она. Так, ну иди-ка сюда. От женской части коллектива. Стоять. Морду сюда. Браво! Браво! История эта в легенду ушла. Об этом должен помнить человек, как поздравляли с Новым годом компанию 21 век. С Новым годом вас поздравляю!